Вести Карачаева Черкесия. Здравствуйте! В студии с новостным блоком у Мартикеев. И вот некоторые темы. На майские праздники на курортах республики забронировано более 75% номерного фонда. Вузы республики получат 12 миллионов рублей по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. 27 апреля в Карачаево-Черкесии состоится международная историческая акция «Диктант Победы». В эти дни в Черкеске проходит 10-й всероссийский отборочный турнир по вольной борьбе. Далее об этих и других темах подробнее. В эти дни в Гатчине Ленинградской области проходит Всероссийский форум молодых учителей «Педагог. Профессия. Призвание. искусства. Мероприятие проводится с целью обмена педагогическим опытом, развития профессиональных компетенций, творческого и интеллектуального потенциала. карачаево Черкесию представили победители региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России-2023», «Педагогический дебют-2023» и победитель профессиональной олимпиады Ирина Глазунова, Альбина Гуминская и Зухра Баташова. При поддержке регионального министерства по делам молодежи вузы республики получат 12 миллионов рублей. КЧГУ и СКГ стали победителями всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от Росмолодежи. А это значит, что в Карачаево-Черкесии продолжается развитие объектов молодежной инфраструктуры. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева будет открыта многофункциональная точка притяжения гравитации, а в Северокавказской государственной Академии будет создано молодежное студенческое место «Дофамин». Вместе с тем, в текущем году в республике будут открыты республиканский многофункциональный молодежный центр, центр обучения специалистов в сфере легкой промышленности и туризма, а также палаточный лагерь. Министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов рассказал о предстоящем форуме «Махар-2023». В этом году он получил статус Всероссийского форума. В 2008 году он создавался как летняя школа-семинар для отличившихся в учебе и общественной деятельности студентов университета. «Махар» с каждым годом обрастает новыми участниками и хорошими традициями. В этом году в нем примут участие 300 человек из 30 регионов России. На площадке форума будет организован и проведен Всероссийский конкурс с молодежных проектов, сообщил Ибрагим Татаркулов. На территории Карачаево-Черкесской республики будет организован и проведен Всероссийский форум. Это форум МАХАР, традиционный, который на территории Карачаева-Черкесии проводится уже аж с 2008 года. В прошлом году в партнерстве с карачаево черкесским государственным университетом был организован и проведен данный форум Министерством по делам молодежи карачаево черкесской Республики. В прошлом году он получил статус Северокавказского. Благодаря высокой степени эффективности реализации форумного мероприятия Федеральное агентство по делам молодежи России рассмотрело наше предложение о том, что форум МАХАР получил статус федеральной форумной площадки. В этом году будет принимать участие на форуме МАХАР более 300 участников не менее чем из 30 регионов Российской Федерации. Здесь следует отметить, что на площадке форума будет также организован и проведен всероссийский конкурс молодежных проектов также следует вот обратить внимание что он также будет всероссийским и безусловно для нас это является большим достижением потому что это впервые на территории карачаева черкесии и если я не ошибаюсь впервые в истории федерального агентства по делам молодежи за два* года форум сначала получил статус окружного а после федерального то есть это тоже достаточно показательно с точки зрения деятельности органы исполнительной власти, отвечающего за государственную молодежную политику на территории Харчачевской республики. 28 апреля в центре «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии при поддержке регионального Минэкономразвития состоится ежегодный форум для самозанятых республики. Предпринимателям расскажут о государственных мерах поддержки для самозанятых, о том, как выстроить личный бренд, об основах построения, о финансовой грамотности и повышении дохода, а также о том, как правильно построить бизнес-процессы и с чего начать продвижение при ограниченном бюджете. Молодые предприниматели Карачаева Черкесия могут обучиться основам бизнеса и претендовать на грант. Новый образовательный онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело» от Минэкономразвития совместно с ВК и деловой средой поможет новичкам запустить свой бизнес и научиться его развивать. Программа стартует 10 мая и продлится 10 недель. Обучение пройдет в онлайн-формате на платформе деловой среды. Жители Карачаева-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Об этом рассказала начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаева-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание Предприятие социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. 27 апреля «Единая Россия» проведет международную историческую акцию «Диктант Победы». Она пройдет в пятый раз на площадке по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. В этом году основными темами диктанта станут победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. Патриотической акции присоединятся и жители республики. В регионе будут работать 50 площадок во всех городских округах и муниципальных районах. Жители республики могут проголосовать за благоустройство общественных территорий в пяти населенных пунктах региона. До 31 мая жители республики в возрасте от 14 лет могут принять участие во всероссийском голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут преображены в следующем году. В Черкесске будут выбирать между Покровским парком и возможностью благоустроить новую аллею на улице Красноармейской. Во втором по величине городе усть при активном участии горожан может быть благоустроен сквер Победы, а в микрорайоне Московском – аллея вблизи местного пруда. Карачаевск претендует на благоустройство двух аллей в центре города, а живописная Тиберда может получить субсидию на благоустройство общественной территории на улице Кирова или Домбайской. Проголосовать могут все желающие. В России продолжается весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки где будут проходить военную службу, рассказал военный комиссар Карачаева Черкесии Сергей Белобородов. 30 марта президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным подписан указ номер 220 о призыве граждан Российской Федерации на военную службу в апреле-июне 2023 года и об увольнении военнослужащих, проходящих в военную службу по призыву. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. С республики более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил, войск национальной гвардии и министерств чрезвычайной ситуации. Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска национальной гвардии. Республиканская столица готовится к майским праздникам. В городе продолжается покос травы, подготовка газонов к весенней высадке клумб, а это более 450 тысяч деревьев и цветов. Обновляются разметки, красят бордюрные камни и ведутся другие весенние работы. Как написал в своем телеграм-канале мэр Черкеска Алексей Баскаев, озеленение коснется всех общественных территорий регионального центра. Центральное мероприятие акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии проходит в эти минуты на въезде в Ваул Новая Джигута. В Джигутинском участковом лесничестве будет высажено 600 саженцев березы на площади полгектара. Каждое дерево – память о чьей-то жизни и подвиге. Карачаево-Черкесская республика в четыре раза увеличила отгрузки зерна, кукурузы и почти на тысячу тонн отгрузки свежих овощей. Такие данные приводит Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Комментирует старший государственный инспектор Зинаида Исаева. С начала года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована отгрузка более 34 тысяч тонн под карантинной продукции при вывозе с территории Карачаева Черкесской Республики. По сравнению с предыдущим годом, республика нарастила поставки зерна. Так, за этот период уже отгружено свыше 29 тысяч тонн зерновых, что примерно в 4 раза больше, чем в прошлом году. Больше всего зерна направлено в Астраханскую область. Помимо зерна с территории республики идет отгрузка тепличных свежих овощей. Поставки в регионы выросли на 1000 тонн. С начала года проконтролировано более 5000 тонн овощей, тогда как за аналогичный период прошлого года чуть больше 4000 тонн. В рамках клуба выходного дня, организованного региональным министерством образования и науки, учащиеся школы Базинского района отдохнули в загородном детско-оздоровительном лагере Адель поселка Дамбай. Для детей был организован интересный и насыщенный досуг с различными конкурсами, викторинами и играми. Дети с удовольствием прогулялись по Домбаю, с радостью прокатились на ватрушках, поднялись по канатной дороге, где прекрасные горные виды понравились ребятам еще больше. А на базе загородного детского оздоровительного лагеря «Гранд Виктория», также в рамках клуба выходного дня, прошла интеллектуально-познавательная программа «Хочу все знать». Многогранная, интересная и энергичная программа не оставила равнодушными как детей, так и взрослых. Ребята проходили квест по станциям «Я художник, я так вижу», «Эрудиты», «Привет из детства» и другие замечательные станции. На каждой из них дети могли показать себя, блеснуть умом и логикой. Вечером все присутствовали на творческом концерте по посвященном году наставника и педагога. Ребята пели песни, танцевали и читали стихи, а также играли в КВН. МВД России информирует об особенностях размещения изображений на транспортных средствах в дни проведения акции «Бессмертный полк». Комментирует информацию официально представитель МВД России Ирина Волк. Традиционно в преддверии Дня Победы проходит патриотическая акция «Бессмертный полк». В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана а также истории его подвига которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле к акции могут присоединиться не только граждане но и различные организации которые используют в своей профессиональной деятельности транспортные средства в этой связи Министерство внутренних дел России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности. Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортное средство изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны. 29 апреля в Черкеске пройдет первый республиканский хакатон «Код-9» – мероприятие для любителей программирования. Это уникальная возможность для разработчиков, дизайнеров и технических гуру собраться вместе, чтобы создать инновационные проекты, применить свои навыки и проявить творческий потенциал. Участников мероприятия ждут увлекательные тематики и вызовы, предлагающие новые идеи и решения, возможность работать в командах и обмениваться опытом с другими профессионалами, опытные наставники и жюри, которые оценят работу и предоставят обратную связь. Более 700 специалистов Росети Северный Кавказ в Карачаево-Черкесии прошли обучение по нулевому травматизму. Дипломированные тренеры провели для работников филиала карачаево черкесск Энерго около 30 тренингов, мастер-классов и деловых игр, рассказывает главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Росети Северный Кавказ Надежда Алакаева. Прошедшие специальное обучение эксперты из филиалов и департамента в Руссети Северный Кавказ делились с энергетиками республики опытом внедрения семи золотых правил концепции нулевого травматизма. Обучали методики пяти шагов в формате деловой игры, разбирали порядок действий персонала по предотвращению нарушений правил производственной безопасности. Участники сессии также обсуждали методы, позволяющие изменить подход к соблюдению всех организационных и технических требований при проведении работ, а также обозначили шаги, способствующие предотвращению несчастных случаев при производстве. В Карачаево-Черкесии задержали банду из семи человек, придерживающихся идеологии движения «Аристанское уголовное единство». Злоумышленники собирались устроить революцию в местном СИЗО, сменив так называемый «красный режим» на «черный». Было решено взять на себя недавние преступления в республике, чтобы попасть в изолятор и устроить бунт. Почву для осуществления своего замысла преступники готовили заранее, переправляя за решетку уже сидящим товарищам деньги и телефоны с помощью беспилот. Для поддержания финансовой стороны вопроса злоумышленники совершили множество краж и вымогательств в разных регионах. Правоохранители уже задержали бандитов и провели обыски в их домах. Ход расследования уголовного дела о совершении двойного убийства в Верхней Тиберде поставила на контроль и прокуратура Карачаевского района. 23 апреля текущего года в этом населенном пункте было обнаружено два трупа с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались сородные братья, рассказывает старший помощник прокурора Карачаева Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. По предварительным данным, мотивом преступления явился имущественный конфликт. К совершению двойного убийства причастен родственник погибших. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию. Ход вот и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Карачаевского района. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаева-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаева-Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции «Национальные языки» – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаева-Черкесия. На майские праздники на курортах республики забронировано более 75% номерного фонда, а в ряде крупных и популярных отелей уровень бронирования достигает 95%. Это почти на 5% превышает показатели за прошлогодние майские выходные. Традиционно у гостей республики популярны Дамбай, Архыз, Медовые водопады и Тибердинский национальный парк. На курорте Архыз туристы смогут подняться на Гондольной канатной дороге до высоты 2300 метров к смотровой площадке прогуляться по экотропе, отправиться к озерам и водопадам в окрестностях курортов и на экскурсии к памятникам. В Донбай на сегодняшний день продолжается горнолыжный сезон и продлится он до середины мая. Для гостей на курорте работают 8 канатных дорог, подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, в том числе широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов. В эти дни в Черкеске проходит 10-й всероссийский отборочный турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти заслуженного тренера России Михаила Чукова. В состязаниях принимают участие команды Абхазии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, которые поспорят за путевки на юношеское первенство страны. Победители турнира в своих весовых категориях получат право выступить на первенстве России среди юношей до 16 лет, который пройдет в мае этого года в Туле. Радио России. Карачаева, Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В горах местами до плюс 14, свыше 2500 метров, лавина опасна. В Черкесске без осадков, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними познакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России Карачаева-Черкесия. До новых встреч!